Всем огромный привет! Меня зовут Яна, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас видео распаковка, потому что ко мне приехала коробочка с сайта iHerb. Кажется, что она маленькая, но на самом деле нет. Там очень много классных продуктов, моих хотелок, продуктов, которые я покупаю уже, перепокупаю не в первый раз, любимцы нашей семьи, мои личные фавориты. Что-то мне нужно было, я что-то купила на пробу. В общем, хочу с вами всем поделиться. Как всегда, не забывайте, что мне было бы приятно, если бы вы подписались на мой канал, поставили лайк под этим видео и написали в комментариях, что является вашим любимым продуктом из сайта iHerb. Не забывайте, что в инфобоксе внизу есть ссылка на мой инстаграм, жду вас там также в гости. Ну все, давайте будем начинать. Я думаю, что если вы живете в Беларуси, то вам сначала интересно, как я заказываю с сайта iHerb в Беларуси. Я пользуюсь услугами посредника, и это не реклама. Вы просто мне задавали такие вопросы и в инстаграм директ, и здесь, как я заказываю через посредника. Я оставлю внизу ссылку на сайт посредника. Там сначала вы заходите туда, оформляете заявку, указываете все свои данные, вам на почту приходит письмо, автоответ такой с этого сайта, где у вас указан номер вашего заказа, вашей заявки, и также вам предоставляется адрес. Далее этот адрес вы вводите в любом интернет-магазине, не обязательно на сайте iHerb, где вы совершаете ваши покупки, они доставляют в Россию, и потом посредник вам привезет его в Беларусь, вы оплатите, вам придет сообщение о том, что ваш заказ приехал, нужно оплатить там небольшие деньги, у меня, наверное, больше 30 рублей никогда не было. Вы оплачиваете, и потом курьер приезжает к вам, привозит ваш заказ, либо вы можете съездить и забрать его самостоятельно. Мой заказ мне обошелся примерно в $100 и примерно 20 рублей, не примерно, точно 20 рублей я заплатила за его как раз-таки пересылку, перевозку в Беларусь из России. Ну что, давайте, наверное, будем начинать распаковывать. Давайте начнем с того, что я покупаю и перепокупаю, и то, что вообще мы любим всей семьей, это наши большие фавориты. У нас еще не закончилась предыдущая упаковка, но плохо, когда она заканчивается, а у нас нету бэкапа, поэтому это бренд Jason и это их пасты. У нас сейчас, наверное, не такая, как у меня сейчас в руках, у нас другая какая-то. Это whitening гель, хотя... Нет, у нас даже сейчас такая же стоит в ванной. С чем она классна? Очень бюджетная паста. Стоит буквально 10 белорусских рублей, а на скидках ее можно найти еще дешевле. Здесь 170 грамм, и это реально очень классная паста. Чем вообще она классная? Во-первых, здесь 170 грамм. Согласитесь, 170 грамм за 10 белорусских рублей. Я покупала за 10, но правда, вот на скидках можно найти там за 8 иногда, я даже ее видела. И они бывают разные. У меня здесь именно Powerful Peppermint. Да, такая именно сейчас у меня стоит в ванной, и она нас полностью всех устраивает. Здесь такая больше не паста, она привычная, а именно как гель-паста. Она хорошо очищает, она не жжет, она не печет. Вот, в общем, прекрасное ощущение чистоты во рту. Всем нравится такой, знаете, семейный формат. И 170 грамм хватает, но очень долго. Вообще, мы очень полюбили бренд Jason. И у них есть не только, соответственно, средства по уходу за полостью рта. Я в ближайшее время планирую что-то еще от них попробовать. Дальше, если вы, так же, как и я, боретесь с какими-то высыпаниями, акне, и не только вы, у меня еще, например, моя сестра страдает, мы всегда вот пользуемся такими вот патчами. Что это за патчи? Я сейчас открою вам, покажу. У меня это от бренда COSRX, но на iHerb есть Some By Me, я также заказывала, ну, либо COSRX. Опять же, можно найти намного дешевле, чем у нас продается в каких-то магазинах, либо в каких-то онлайн-магазинах, поэтому я покупаю на iHerb. И они вот стоят тут рублей 6-8, опять же, смотря на какие акции, скидки вы попадете. Значит, вот такой вот пакетик. В этом пакетике есть вот такая вот, вам кажется, что это бумажка, но на этой бумажке есть вот различного диаметра сами эти патчи. И вы наносите, например, на вечер свой уход, сверху наклеили этот патч, утром просыпаетесь. Нет, это не панацея, вы не проснетесь сразу, у вас как будто ничего нет, но все намного успокоится, все станет намного лучше выглядеть, не будет такого красного пятна, такого бугорка у вас не будет, все становится намного лучше, и если прям совсем плохая ситуация, то, наверное, за ночи 2-3 я могу ситуацию с ними решить. Если прям ситуация совсем плохая, у меня очень часто высыпает именно вот в области шеи, я могу даже вот сделать, перед тем, как делаю макияж, наклеить и ходить с ним целый день, и никто мне не говорит, что ты себе наклеила. По крайней мере, меня это не беспокоит, я не вижу свое это высыпание, и у меня не чешутся руки к нему залезть. Поэтому это реально очень классная вещь. Там, наверное, как я понимаю, в этом патче есть что-то с цинком, потому что немножко подсушивает само высыпание, подвытягивает его, и ситуация реально становится лучше, поэтому я уже не знаю, сколько мы покупали таких упаковок. Я не покупаю их сразу много,
Просто так вот иногда с каждым заказом забрасываю очередную, чтобы всегда у нас был бэкап. Дальше давайте вот что. Бренд «Коллаген». Этот бренд вообще, я думаю, знают многие. Сейчас я никому не открою Америку, что у них очень классные тональные средства. У меня самой есть два. Но у меня никогда не было вот этого стандартного тонального крема, вот этого их коллагена, просто который Moisture Foundation. Он идет с SPF 15. Те, которые у них последние запуски, там, где 8 пептидов, где с улиточным муцином, если я не ошибаюсь, там вообще SPF намного больше, то ли 45, то ли 50, я сейчас не вспомню конкретно. И я вам очень не рекомендую покупать вот эти вот тональные средства от коллаген где-то в онлайн-магазинах, там, а-ля Wildberries, Ozon, там очень большая вероятность того, что вы попадете на что-то некачественное. И я бы вам советовала покупать на каких-то очень-очень проверенных местах. Я для себя считаю, это такие два проверенные места, три даже, Ахёрб. Но очень часто он раскуплен, и я на самом деле очень долго в этот раз откладывала свой заказ из-за того, что все от марки «Коллаген» было раскуплено. А я реально хотела купить хотя бы парочку средств. Либо на «Золотом яблоке», но там в «Золотом яблоке» в 2-2,5 раза дороже стоят эти средства. Либо еще у нас в минских магазинах ДНК. Но стоимость будет одинаковая, что в ДНК, что в «Золотом яблоке». Я купила этот тональный крем, здесь 100, по-моему, миллилитров, а может даже 100 грамм, сейчас посмотрим, сколько здесь, 100 миллилитров, вот этот 100 миллилитров, за 10 белорусских рублей на сайте iHerb. Я уверена в качестве, я уверена в том, что это оригинальное средство, я очень давно его хотела, хотя у меня есть другие из этой же линейки тональные средства, но вот мне стукнуло в голову, что мне нужен и самый оригинальный коллаген. У меня 21 оттенок, кажется, что он очень темный, но почему-то вот с этими тональными средствами от коллаген, со всеми, оттенки они как-то все равно, ты потом на себя наносишь и кажется, ну нормально, то есть вам самое главное определиться, какой у вас оттенок, 21, 23, либо 13, если вы прям совсем белоснежка. Поэтому я очень довольна, я очень долго откладывала покупку заказа на iHerb из-за того, что все эти тональные средства были разобраны, вообще там, и там еще у них есть тушь на сайте, есть гель увлажняющий, и сейчас еще кое-что покажут той бренда. Поэтому, если вы заказываете на iHerb, то лучше купите себе там дешевле, в раза 2-2,5, и вы будете уверены в качестве и в оригинальности. И давайте сразу покажу вам еще одно средство от коллаген. Вот этого я у нас не видела в продаже, поэтому мне стало очень интересно. Это Essential Mist, такой увлажняющий мист от бренда коллаген. Он здесь в такой вот упаковочке, а я приготовила специальные ножницы, чтобы с вами все распаковывать. Так, все, ножницы в деле, давайте снимем эту упаковку. Очень бюджетно стоило. Эта бутылочка стоила, наверное, рублей 5. Я такая думаю, я не удержусь, чтобы не попробовать это, потому что очень меня заинтересовал этот бренд коллаген, хотя, мне кажется, они уже давно шумят все приличное время, я тоже о нем очень давно знаю, но вот как-то про уход мало кто говорит, видите, такой вот здесь, давайте посмотрим. Ну, в принципе, да, хорошее распыление, ну и приятная душка. В общем, я люблю такие вещи, поставить себе в ванну, пользоваться, когда, например, умылась и еще не готова носить весь свой уход, а просто вот умылась, просто вот чем-то таким увлажняющим мистом, спасти свою кожу, чтобы она не пересыхала, чтобы ей было комфортно. Поэтому вот вообще 4 белорусских рубля. Посмотрим, как будет действовать. Надеюсь, что мне понравится. Дальше давайте с вами пойдем к моему давнейшему такому большому желанию, такому, я давно хотела это купить, но просто все время откладывала, потому что у меня очень много различных средств для умывания, и, ну, это не самое необходимое для меня средство, это бренд Hamish, и это их All Clean Balm. А здесь 120 мл, и это уже не самая бюджетная, конечно, покупка на iHerb, но, опять же, если вы будете смотреть на каких-то других сайтах, в магазинах офлайн, все равно будет стоить дороже. Здесь вот такая вот банка, она очень приятная, на ощупь, она такая матовая, вот эти вот, вот все-таки красивые здесь рисунки, посмотрите, и вот так вот вы ее открываете, посмотрите, это очень красиво, здесь есть лопаточка, и дальше вы открываете вот это, и здесь такой вот гель, такой вот, не гель, а это как бальзам, наверное, да, вы его наносите на лицо и снимаете макияж как гидрофильным таким бальзамом, гидрофильным, что это может быть, щербетом, скорее всего, да, очень красиво выглядит, это моя давнишняя хотелка. Примерно рублей 30 она стоила, но, опять же, везде, где я ее видела в продаже, было намного дороже, и поэтому я себе заказала, я очень довольна, это моя такая очень уже давнишняя хотелка.
Дальше средство, которое я давно хотела себе купить, я его заметила на американском YouTube. Я его не очень много смотрю, но у меня есть пару блогеров, которых я смотрю, которые мне очень нравятся. Это небольшие блогеры, и они все говорят, что это просто must-have всех, это легендарная пудра. У нас пудр от Maybelline, линейки Fit Me, рассыпчатых нет, у нас только прессованные. И они так ее все хвалят, они говорят, что вот это просто... Все должны попробовать, потому что это просто must-have, это просто вот все, кто не пробовал, все обязаны. И она тоже очень часто бывает раскуплена на Хёрби, поэтому опять я ждала, естественно, и нашла, и дождалась, естественно. И оттенок у меня 15 lights, да. Она в такой вот квадратной упаковке, вы ее открываете, и здесь нету как бы ничего, никакого ни пуховки, ничего, чтобы наносить. Но мне кажется, это нормально, потому что, опять же, это очень бюджетная пудрочка, стоит меньше 20 белорусских рублей, здесь такая пластиковая упаковка, но выглядит, знаете, не дешево, не прям, что вот невозможно. Поэтому попробуем с вами, я думаю, в каком-нибудь видео собиралке мы попробуем. Очень многих блогеров самих американских я ее видела, и я очень-очень хотела ее попробовать. Классно, что есть такой классный сайт iHerb, где вот можно какие-то американские продукты, которые есть только на американском рынке, вы можете купить и попробовать. Дальше давайте с вами поговорим об уходе. И дальше у нас бренд Cosrx. Если вы живете в Беларуси, да, мне кажется, в России, у нас этот бренд очень дорогой. Прям вот как-то несоизмеримо дорогой, и ты заходишь на тот же iHerb, либо еще на сайте Jols я иногда посматриваю, там цены прям намного дешевле, намного ниже, и ты думаешь, ну почему же у нас так все дорого? И, в общем, я очень давно хотела пробовать эту штуку. Это называется жидкость, она так и называется liquid, то есть жидкость. И причем это power liquid, то есть сильная такая концентрированная жидкость против белых прыщей. Извините, но это так и есть. Да, то есть эту жидкость я покупала именно для решения проблемы. У нас она стоит вообще там раза два дороже. На iHerb я купила ее буквально за 30 там чем-то белорусских рублей. И она идет с АХА. АХА 7 я не пробовала. Я очень надеюсь, что она мне понравится. Но все, что я пробовала когда-то от Cosrx, мне очень сильно нравилось. Есть вот такая вот упаковочка. Очень красиво выглядит. Она такая матовая. И, ну, то есть до завтра. Посмотрим, как она будет действовать. Если мне понравится, я вам потом расскажу в каком-нибудь видео. Здесь 100 миллилитров, как мне кажется, за 100 миллилитров бренд Cosrx, он очень хороший, кстати, это бренд для именно тех, кто решает какие-то проблемы с кожей, да, для каких-то очень серьезных проблем, для тех, которые, если у вас какие-то высыпания, пигментные пятна, у Cosrx можно всегда найти какие-то классные средства, которые помогают решать проблемы. У них есть классные умывалки, как для жирной кожи, для проблемной кожи, у них есть классные различные такие эссенции, сыворотки, которыми, в принципе, действительно можно пользоваться и решать проблемы. То есть не только чтобы нанес и как бы увлажнение, нет, они действительно решают проблемы, поэтому я решила, что мне нужно, и вот на Herb я увидела, что эта штука есть, потому что давно я ее хотела, я давно про нее знала, давно про нее слышала. Я увидела, что она есть на Herb за адекватные деньги, я не думаю, сразу же положила ее в корзину. Дальше я купила себе бокс. Если вы, опять же, начнете заказывать на сайте iHerb, там есть такой раздел «Пробники». Там есть очень многие классные средства в маленьком формате, которые вы можете купить и попробовать, либо не в маленьком, а в полноразмерном формате, которые вы можете купить с меньшей стоимостью и попробовать это средство. А потом уже решить, нужно вам оно в принципе или не нужно. И там всегда есть какие-то такие боксы от самого iHerb. В этот раз там не было большого выбора, и я решила, что ну хоть что-то нужно взять, поэтому я решила взять вот этот Bath Detox. Это какой-то набор для ванной, detox, вот так вот он выглядит, очень такая классная, прикольная упаковка, и он весь с какими-то отсылками к углю. Что мы здесь находим? Это спонж конжаковский, наверное, как его называется, не знаю, не уверена, что им буду пользоваться, но посмотрим, называется After Spa. Посмотрим, я никогда не пользовалась таким спонжем, вот для меня даже такая новая штучка. Дальше здесь такой вот есть набор щеток, они идут с, как же это правильно сказать, они с деревянной ручкой, с бамбуковой ручкой, тут две щетки полноразмерные, то есть не какие-то там коротенькие, а самые настоящие щеточки. Давайте посмотрим на них. Вот так вот они выглядят, две такие вот щетки. Классно. Он, кстати, очень недорогой этот бокс, был буквально 18 рублей стоил. Дальше черное мыло полноразмерное, как я понимаю. Вот такая вот маленькая паста с углем. Кстати, паста с углем никогда не пробовала. Маска. Это peel-off mask, то есть маска, которую нужно стирать. Я не люблю такие маски, но, возможно, попробую бренд Clean and Clear. И еще здесь вот такая вот миниатюрка. Это очищающее масло.
Это бренд Resin Tool, у меня есть масочка какая-то от них, даже не одна, я покупала как-то себе несколько. И я хочу купить такую штуку полноразмерную, потому что, сколько я знаю, это хорошее масло, попробую, если оно действительно кажется таким, то точно закажу себе полноразмерку. Для следующего своего заказа, откровенно говоря, я уже положила эту полноразмерку в свою корзинку. Дальше давайте поговорим с вами немножко о декоративке, и там есть бренд Elf. Этот бренд, это на самом деле очень классный такой драгсторовский американский бренд, который у нас, естественно, нигде не продается. И что-то достать у нас просто нереально от этого бренда. А у них на самом деле очень классная косметика, у них очень классный, кстати, гель для бровей есть. И они недавно перевыпустили все свои палетки теней, они стали вот такими. Я купила такую вот четверочку, они стали похожи на палетки теней от Наташи Диноны. И вообще тоже на американском YouTube это какой-то такой вот прям must-have всех в этом году. Все должны были попробовать эти вот новые запуски от Elf. Я купила себе такой вот очень нейтральный, очень такая маленькая прям малышечка теней, двумя матовыми и двумя такими шиммерными оттенками. У меня это cream and sugar, да, крем и сахар. Очень красиво выглядит, интересно будет попробовать. Если мне понравится, очень классно положить какую-то свою такую дорожную косметичку, например, да, попробуем. Очень такая легенькая упаковка, маленькая, вот прям совсем малышка, но мне захотелось попробовать. Стоил вообще бюджетный, наверное, 6 рублей. Я просто закинула для того, чтобы попробовать. Для того, чтобы не попробовать, а потому что действительно очень захотела, когда увидела оттенок, это Rimmel. У нас, опять же, Rimmel как-то очень плохо представлен, а я думаю, ну, нужно что-то у них смотреть, что-то интересное. И опять же, на iHerb'е нашла у них помаду, которая идет в 0,8 оттенке. Я хочу показать этот оттенок, потому что это вот прям мои любимые оттенки. Вот посмотрите. Мне кажется, это очень красивый оттенок. Это оттенок, да, 0,8, я вам сказала, правильно, 0,8. Да, он, наверное, идет без названия, а может быть и с названием. Написано, что сделано в Великобритании, кстати. Да, и на iHerb'е можно найти там средства и из Британии, и из Америки, и из Великобритании. В общем, решила попробовать, тоже очень бюджетно стоило, поэтому забросила к себе корзинку. Дальше хочу вам показать вот такие бальзамчики для губ. Это тоже покупаю не в первый раз, и это я покупала не столько по своему желанию, сколько пообещала своей подружке, что принесу ей классные бальзамчики для губ. И у меня был один когда-то в запасе, я ей его отдала, а потом решила, что нужно купить и себе, и ей еще принести. У нее, например, аллергия на бальзамы, и у нее появляется горечь во рту. Она говорит, что я не могу пользоваться любым бальзамом для губ. У нее есть какой-то там бальзам-сыворотка от Эвелин, которым она может пользоваться. И когда я принесла вот эти от Sierra Bis, они тоже классно подошли. Поэтому было какое-то, наверное, на какой-то акции, потому что они стоили очень тоже бюджетно, 4 рубля всего лишь. Это не из раздела «Попробуй», но тоже очень бюджетно. Я забросила в корзинку, очень вам рекомендую. Сейчас на осеннее такое холодное время, когда у нас сохнут губы, когда у нас все шелушится, очень классные бальзамчики. И действительно, если у кого-то есть какие-то реакции, от них нету, потому что они идут на пчелином воске, и от пчелиного воска нету никакой реакции. Это максимально, максимально настоящие такие натуральные составы, от которых нет никаких покраснений, нет никакой горечи. Это проверено человеку, у которого есть реакция на все. Просто вот на все. У нас осталось еще буквально чуть-чуть, поэтому запаситесь терпением. Дальше я тоже очень давно хотела эту штучку купить, но она все время распродана, потому что очень многие блогеры ее советуют. Я думаю, что это очень хорошая пудра, потому что она у меня есть в рассыпчатом формате, но вот в формате прессованной пудры у меня никогда не было. Это опять же корейская косметика, это бренд Innisfree. И опять же, у нас можно купить это, но стоимость вас как бы вообще не порадует. Это минеральная пудра, прессованная минеральная пудра. Очень красивый футляр, посмотрите, он такой приятный, он такой минималистичный, очень красивый цвет такой ментоловый. Написано No Sebum Mineral Packed. То есть она, так, в середине она идет вот с таким вот красивой такой пуховочкой, очень мягкая, очень приятная пуховочка. Я не люблю носить пудры пуховочками, но когда они такие приятные, красивые, я просто это обожаю. И вот такая вот беленькая пудра здесь есть, очень красивая действительно упаковка, такая вот действительно корейская, минималистичная, но очень красивая. Обожаю, просто обожаю. У меня, опять же, есть рассыпчатый формат, но рассыпчатую пудрочку не везде тебе удобно брать, а когда ты покупаешь что-то вот такое прессованное, ты можешь положить и с собой, и так краситься. Я страдаю то, что у меня очень быстро жирнится зона Т, поэтому я хочу попробовать ее, посмотрим, как она будет действовать. Здесь, в принципе, немало пудры, 8,5 грамм. Здесь какой-то минеральный, натуральный минерал жежу и какие-то натуральная мята, потому что она действительно
Да, она так попахивает мятой, не сказать, чтобы слишком, но очень так прикольно. Поэтому я очень рада, что я наконец-то выцепила эту пудру, просто выцепила, потому что каждый раз, когда я заходила посмотреть, что есть у бренда Innisfree, чтобы что-то заказать, эта пудра была всегда распродана на Herb. Я очень рада, что я ее ухватила, потому что очень давно хотела. И последнее, это, конечно, самая, наверное, непонятная для меня покупка, но все же. Акне. Если вы боретесь с акне, то я думаю, что вы со мной согласитесь, что ты иногда готов отдать все деньги, заказать откуда угодно, что угодно, мазать на себя что угодно, если тебе пообещают, что это поможет. Поэтому я нашла вот такую вот мазь. Это, наверное, серная мазь, насколько я знаю, называется. От бренда De La Cruz. Она какая-то бюджетная, здесь ее много, 74 грамма. Я не знаю, поможет она мне или нет. У меня, в принципе, появилось какое-то акне вот на зоне на шее, да, то есть на лице у меня все в порядке, а вот на шее у меня... Я не знаю больше, как с этим бороться, и такими причем моментами, что я могу все это успокоить, все это приходит в нормальное состояние, потом какой-то минимальный стресс, и все по новой. И я действительно уже просто вот начала, вот Косрекс я заказала для этого, вот это, я не знаю, я пробую все что угодно, чтобы только как-то спасти и успокоить свою кожу, потому что мне хочется снимать какие-то макияжи, но когда... У тебя вот такие вот высыпания, ты себя максимально некомфортно чувствуешь. Я не стыжусь их, потому что, ну, у всех бывает, ну, может быть, не у всех, но у многих. И это просто как моя такая реакция на стресс. Вот и все. Поэтому купила вот такую вот мазь, поможет, вам порекомендую. Не поможет, скажу, что не покупайте, не помогает, вообще ненужная покупка. Но она какая-то очень бюджетная, у меня этого бренда De La Cruz. Есть какие-то кремики, кстати, которые такие, в принципе, неплохие, но очень бюджетные, поэтому я решила, что попробую и вот такую вот acne treatment, то есть она действительно именно против акне. Вот такой вот заказ у меня с сайта iHerb был. Делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы любите заказывать с сайта iHerb, может быть, вы мне что-то классное порекомендуете, либо если вы хотите какие-то определенные продукты, чтобы я купила и протестировала, и вам рассказала, тоже, пожалуйста, делитесь в комментариях, что вы хотите попробовать, на что бы вы хотели услышать мой отзыв. В общем, жду вас в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо, что приходите ко мне на канал. Я всех вас люблю, всем пока!